Эту игрушку я вполне себе взрослый человек приобрела на сайте eBay и хотела уже сделать это давно. У меня есть коллекция из данного мира космического, который начал свое существование в далеких 60-х годах прошлого века. Но я пройдусь конкретно по самой игрушке, которая себя представляет посла Спока из расы вулканцев. Сам он Лукровка, то есть человек и вулканец. Его отец Царк был послом вулкана на Земле, а мать обычной человеческой женщиной. Собственно, его карьера началась в Звездном флоте, в который он пошел вопреки воле отца. Далее карьера шла только в гору. После гибели своего капитана Джеймса Кирка стал послом среди дел Ромулан в попытке вернуть их Федерацию планет и к своей собственной расе. Могу советовать только фанатам или просто любителям именно космической системы. Современная версия фильма уже существует и нескольких сериалов. Место и время действия – это 23 век. Спасибо всем за внимание. Ждите новые обзоры на интересные вещи, предметы и подобные штучки. Всем пока!